Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с великим праздником, с Великой Октябрьской социалистической революцией. Мы находимся сейчас у памятника бойцам, которые погибли в борьбе с бандами Юденича. Находимся на правом берегу Шлиссельбурга, сейчас это поселок Морозово. Эти бойцы погибли за то, чтобы мы жили при социализме, чтобы у нас был 8-часовой рабочий день. Представляете, с тех пор производительность труда выросла в сотни раз. А наш рабочий день так и остается 8 часов, у некоторых уже и 12. То есть мы возвращаемся к царской России. Непосредственно я, активист профсоюза действия, точно вам скажу, что в Санкт-Петербурге медики работают на 1,5 ставки, на 2. А это по 16 часов в день. Представляете, 16 часов в день, как при Александре III. Товарищи, именно Великая Октябрьская социалистическая революция позволила сделать то, что именно рабочие стали хозяевами этой страны. При этом были все, и бесплатное образование, и бесплатная медицина, и у всех были равные возможности. Мы равняемся на наших старших товарищей, и я верю, что светлое будущее впереди. Вступайте в рабочую партию России, подключайтесь к борьбе за победу социалистической революции. Ура, товарищи! С праздником!